Кто такие Наполеон и Бонапарт? Наполеон и Бонапарт, это разные люди. Это логично. Как зовут Сталина? Как его зовут-то? Владимир. Как звали Гитлера? Гитлера... Капут? Гитлер Капут. Да, кажется, Гитлер Капут. Какие прибалтийские страны входили в состав СССР? Грузия. Что такое Холокост? Кроссовки, наверное. Кто произвел? Либо Найк, либо Адидас. Возможно, Пума. Кто придумал таблицу Менделеева? Менделеева. Менделеева? Менделеева. А имя? А какая первая буква хотя бы? Д. Ну, Диана, наверное. Диана Менделеева. Да, Диана Менделеева. Кто этот симпатичный мужчина? Симпатичный? Он похож на Жириновского очень сильно. Назови имя Сталина. Александр. На буковку И. А, Иван. Ива, и Илья. Иван. Иосиф. Иосиф. Да, Иосиф. Да. Да. Серьезно? Да. Да. Не веришь? Не верю. Иосиф Сталин.